Премьера на телеканале «Звезда». Самая детская операция Красной Армии. Карелия представляет собой очень трудный театр военных действий, особенно для наступления. Заставшая врасплох всю оборону Маннергейма. Сначала они будут наступать против немцев, против нас они не пойдут. Как подвиг 16 добровольцев помог форсировать реку Свирь, заставив капитулировать Финляндию. Смелые погибают реже, чем трусы. В документальном фильме «Герои Свирь. Ложный десант». Лодку в щепки. 8 мая в 20:00 на телеканале «Звезда».